Морские и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсантами. Этот этап учений экспедиционной арктической группировки состоялся в Дудинке, на севере Красноярского края. Морской десант высадился на побережье реки Енисей, совершил марш и провел штурм Дудинского морского порта. Одновременно с воды, с воздуха и с земли. В учении была применена палубная авиация, вертолеты К-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы. Учения с арктической экспедиционной группировкой – завершающий этап боевой подготовки сил Северного флота в текущем году.